Всем привет! С вами канал Стофити и компания, и я, Саня. Сидим мы на реке Печора. Наконец-то вышли на рыбалку. Серьезно, ребят, просидели с пол первого до пол четвертого, ни одной поклевки не увидели. Опачки! Ну так вот, честно говоря, вот эти ерши и вот эти вот окушочки у нас клевали. Вот. А сейчас мы наловили вот столько вот уже рыбы. Представляете? Это буквально где-то минут за 20. Пол ведра. Честно скажу, сразу не включил камеру. Как всегда, азарт преодолел, и я забыл про камеру. Сегодня мы на рыбалке, только я и моя любимая марихуанушка. Ого! Экземплярчик хороший. Классно. Это самый крупный на сегодня. Чудненько. Ребята вчера у нас тоже ездили на рыбалку, но ездили они далеко. И по словам, они наловили где-то пол бака окуней и пол бака сороги. Ну и сорожка такая немаленькая. Сегодня я смотрел на нее. Ну, честно скажу, где-то грамм 400-500 в ней есть. Окуня, ну, точно такие же. Ловили они на 10-метровой глубине. Никогда не рыбачили на 10-метровой глубине, а тут вот ребята рыбачили. Вчера у нас было, правда, ветрище. И ветрище был неплохой. Где-то метров 12 в секунду, это точно. Как они рыбачили, я не знаю. Но они говорят, что растянули палатку, ее прибили ко льду. Вот. Потом одну сторону подняли, привязали, вторую, третью, четвертую. В общем, таким вот образом они попривязывали ее всю. Зашли вовнутрь, пробурились и начали рыбачить. Поездка у них состоялась где-то часа, наверное, в 2 они выехали, в 3 часа они были на месте, где-то в 3:30 они начали рыбачить. Вот. Поймали вдвоем где-то, ну, килограмм 20 будет точно. Ну, а мы сегодня с марихуанушкой, Юрка нас отвез сюда где-то в 11:30, мы пока дошли пешком, идти пешком где-то 2,5 километра. Вот пришли, воду выдавило, потому что ветер был сильный. Пока пробурились, это было очень-очень тяжело, но пробурились. Вот. Сидели, Мариха психовала, зачем мы здесь начали рыбачить, что ты тут пальцем машешь, зачем мы здесь, надо было ближе к берегу. Ну, Саня же рыбак, он же знает прекрасно, что сейчас не клюет, но попозже будет. И попозже понеслось. И понеслись, ну, такие вот, скажу, ребят, и от 100 грамм до 400 грамм. В общем, хороший экземпляр, вот только что вы видели эти поклевки. Ну, греемся мы сегодня следопытом вот этим. В общем, тепло, хорошо. Палатка, ребят, честное слово, был очень мокрый снег. У нас сейчас температура минус 1-0. И палатка по швам потекла. Вот в этих местах. Ну что ж, как не хотелось бы нам еще сидеть, рыбачить. Но пора собираться нам домой. Посидели мы хорошо, порыбачили тоже хорошо. Ну а впереди у нас дорога. И дорога у нас будет тяжелая, потому как снег подтаял, кругом вода, у нас будет по колено снега. Ну что ж, до новых встреч. С вами был канал Стофити и компания, и я, Саня. Пока. Вот так вот мы преодолеваем поход на с рыбалки.
вышла. Вода вон прямо посередине реки. Но нам еще 300 метров еще идти точно. Марихуана поперла, боберла. Набрали, наверное, 300 килограмм рыбы и тащим.